Ну-ка, иди пощупай. Вот ты сидишь. Василий, Василий. Васенька, иди сюда. Обе лапы, бери. Вася. Ой. Айда сюда, Василий. Тихо, не брыкайся. Чуть пониже было. Не брыкайся. У него, походу, что-то с лапами напутано. Ну, наверное. Василий. Так, иди ко мне. Так, Василий. Опа. Ай, только как он сюда попал? Осторожно, голову. Башку. Голову, да, Василий. Да стараюсь. Василий, айда, Василий. Ну, айда. Блин. Айда, красавец. Да он так-то заяц не маленький. Айда, красавец, голову в просуне залезет. Сейчас я шкирку. Оп. Вот он наш оп. Красавец. Вылез. Вылез уже. Вылез. Все. Еще нельзя. Так, его надо сейчас осмотреть. Тише. У него, может быть, лапы переломаны. Я поняла, я аккуратно все стараюсь. Здесь его поддерживать, держи, чтобы я его подтягивала. За голову держи, за шкирку. Да он не убежит уже. Да я понимаю, что не убежит, мне держать чтобы его тяжело, чтобы он толстый. Чтобы не падал. Василий, айда. Тише. Айда, красавец. Задняя лапа стопудово сломана. Вот так. Ой, все. Мало.